Итак, всем доброго времени суток, это Gadget X. Недавно был представлен недорогой смартфон Verne X. Он вобрал в себя все тренды этого года. Две двойные камеры, большой дисплей с соотношением сторон 18 к 9 и тонкими рамками. Основная камера представлена двумя модулями на 16,5 мегапикселей, а фронтальная на 13,5 мегапикселей. Производитель позаботился и об автономности, установив аккумулятор емкостью 6200 мАч. Остальные комплектующие выбраны таким образом, чтобы обеспечить высокую производительность. Сейчас новинку можно рассмотреть на видео и предзаказать со скидкой. В Verne X установлены 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей, 8-ядерный 64-разрядный процессор Mediatek Helio P23, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ с возможностью расширения. Также у него есть сканер отпечатков пальцев, фронтальная камера, значится, поддерживает функцию распознания лиц. До 25 декабря Verne X можно предзаказать по специальной цене со скидкой в размере $30. Аппарат работает под управлением фирменной прошивки VOS на базе операционной системы Android 7.1 Nougat. Она имеет ряд уникальных функций, вроде фирменного режима экономии энергии путем оптимизации и ограничения работы приложений в фоновом режиме. Производитель обещает до 4 дней работы смартфона при обычном использовании или до 76 дней в режиме ожидания. Также в скором времени должно выйти обновление до Android 8.0 Oreo. Технические характеристики Verne X такие. 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей, 8-ядерный 64-разрядный процессор Mediatek Helio P23, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, возможности расширения. Двойная основная камера на 16,5 мегапикселей, двойная фронтальная камера с сенсорами на 13,5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки, комбинированный слот для двух сим-карт, поддержка 4G LTE, сканер отпечатка пальцев и функция сканирования морды лица.